Tere. Blog per russi. Sì, raccontami dove sei stato. Sono stato a Calasetta in Sardegna. Si mangia molto molto bene e si sta bene. Sì, sì. Adesso a settembre. Forte, che è un'isola meravigliosa dove si mangia bene tonno pescato e poi del tonno. Sopra Cagliari, ovest. Sud-ovest della Cagliari. E in appartamento, in villaggio. Un bel residence. Residence. Sì, sì. Una settimana, due settimane? Una settimana. Aha. Insieme con aereo? Con prezzo? Aereo, poi lì si noleggia l'auto. Ah. Tu sei pagata con aereo? Sì, volo, tutto? Arrivi a Cagliari, da Venezia. No. Pagata insieme con residence, aereo, tutto insieme e separato pagato? Io ho fatto per conto mio. Ah, separato. Vado a prepararti il caffè macchiato. Grazie mille. Grazie. Questo Luca? Grazie. Это Лука, мой любимый, не мой любимый, а просто официант, который любит меня. Оказывается, он был неделю в Сардинии, около Кальяри, Судовест. Это получается юго-запад Сардинии. Сказал, что был в резиденс, что очень вкусно ел, было все время солнце. Кстати, очень хорошо ездить по островам и в конце сентября. Я сижу напротив Зары, как всегда. Вот только что пришла. Ой, опять забыла и держу вертикально. Если я сейчас поменяю, наверное, будет не очень красиво. Я сегодня в луке, в джинсах таких широких. Валентина в сандалях Луи Виттон. Вы знаете, сколько лет этим сандалям? Им 20 лет назад покупала. В них очень удобно ходить, потому что на танкетке. Мультиколор называется. Дизайнер японский придумал этот дизайн. Мультиколор. Они сделали такие портфолио. Портмоне, сумки для путешествий, для кредитных карток. У меня вот вся линия была. Они долго-долго носятся. Я не люблю большие портмоне носить в сумке, потому что они большие, толстые. Поэтому ношу... Ой, извините. Ношу все... в маленьких таких для кредиток. Все равно тоже. Потому что я еще прочитала одну книгу про деньги, что деньги надо носить в очень красивом кошельке, портмоне. Деньги надо уважать, деньги надо любить, складывая их один к одному, с любовью. Сдачи считать. Когда получаешь сдачу, красиво уложить обратно деньги. А я раньше все, даже кошелек не держала, все выбрасывала сразу в внутренний карман сумки. Потому что один раз в автобусе в СССР мне вырезали сумку, вытащили кошелек. Я после этого поняла, что воры вытаскивают кошельки. Я больше не покупала никогда кошелек, чтобы деньги не вытаскивали вместе с кошельком. А когда прочитала эту книгу, как притянуть к себе деньги, не помню. Вот на русском языке было, я его даже купила. Я ее, эту книгу, купила в русском магазине. Грация, миле. Я сижу, как всегда, в Педроке напротив Зары, чтобы выпить кофе. Сегодня прекрасный солнечный день после дождя. Думала, будет прохладно, надела джинсы такие широкие, Валентина, классические, но очень жарко. Вот мой сегодняшний лук, потому что все девочки хотят видеть лук. Я вам показываю, я в розе, в розовой шелковой блузке от Pinko, классической, и в джинсах.
Поэтому вот вчера только мы разговаривали, одна моя подруга, итальянка с мужем, она писательница, они как раз на неделю, вот именно на этой неделе, прошлое воскресенье, улетели в Лампедузу, это Сицилия, южный остров Сицилии. В Сицилии несколько островов таких интересных. И другая моя подруга сидела, критиковала, что вот она уехала все время, уезжает в конце сентября, когда все дешево. Я говорю, ну и что, говорю, каждый может себе позволить то, что хочет позволить и может позволить. Почему нельзя сэкономить деньги на отели? Она говорит, она поехала в конце сентября, потому что дешевле. Я говорю, ну и правильно делает, потому что зачем судить других людей, считать их деньги? Потому что, говорю, в сентябре как раз меньше народу, больше сервиса, с большим вниманием относятся к каждому клиенту, потому что меньше туристов, меньше стоит аэро, меньше стоит отель. И нет толпы туристов, меньше риска заражения коронавирусом, тем более сейчас снова возросло число новых выявленных зараженных и в Италии. С каждым днем растет. Поэтому не стоит критиковать людей за то, что... Вот я бы тоже, я была, например, в Форментера 2 года назад. В конце, прямо с сентября, это была последняя неделя сентября, но там было 30 градусов, такая жара была, так солнце пекло. Форментера – самое лучшее море, и Летис. Такое прозрачное, как бассейн, сидишь в термальных водах. И даже вот я пряталась, потому что там вообще нету... На этом полуострове нету, на этом пляже вообще нету зонтиков, шезлонгов. И я пряталась под деревянной стойкой, деревянным домиком этих спасателей Кроча Росса, Красного Креста, под их этой тенью целый день пряталась, потому что не привыкла к диким пляжам. Поэтому вот я вам советую в конце сентября или в середине сентября всегда можно поехать с утренним кофе. Всегда можно поехать по островам итальянским и испанским. Но в Греции, наверное, уже будет прохладнее, потому что у них море холодное даже летом. Я вот была в августе. Кстати, в Миконосе мы были даже и в сентябре, в начале сентября, да. Несколько раз были. Очень холодное море в Миконосе. На улице жара 30 градусов, а море прямо невозможно. 5 минут и очень холодно. Знобит и тонизирует. Вон девчонки, трое девчонки, я не знаю, вы видите или нет, издалека. Модно одеты, как всегда, эти сапоги, сапожки. Все равно очень жарко. Вот в стиле милитари, очень-очень жарко. Хотя утром, когда я проснулась, сказала, что казалось так серо, так прохладно. Кстати, я только что покупала, забыла маску и зашла в центре за 50 центезимов, купила маску, зашла в аптеку и перед аптекой встретила Яну Скворцову, нашу блогера. Падуя, которая снимает стрит-стайл. Она очень прекрасно выглядела, красиво так. Сейчас я выложу мое видео, как я увидела в реальной жизни Яну Скворцову. Всем здоровья! Привет от Жасминки Витаминки. Всем здоровья! Сегодня я не стала мыть волосы, потому что я вчера мыла из-за этих дождей волосы. Очень такие превращаются из-за влажности, превращаются волосы такие слишком пушистые, как кастрюля на голове. Но я их сейчас лечу, не хочу слишком много трогать этими плойками, этими утюжками агрессивными. Поэтому всем желаю здоровья и добра. Привет от Жасминки Витаминки.